В Анапе стартовал муниципальный этап краевого конкурса по профилактике наркомании. Городские и сельские дома культуры представляют свои программы. Участники коллектива в творческом формате предлагают искусство как альтернативу. Цель одна – борьба с наркоманией, пропаганда здорового образа жизни и приобщение к ценностям отечественной и мировой культуры. Сейчас в городе и районе действует почти 30 домов культуры, 4 школы искусств, художественная школа и более 15 клубов по месту жительства. В каждом из них воспитанник может выбрать понравившееся направление – от занятий танцами до театральной студии. Программа, которая победит на этом этапе, будет представлять Анапу на краевом уровне. Для того, чтобы дать альтернативу какую-то подростку, ему нужно дать выбор. И сегодня, когда они сидят в этом зале, они смотрят, как круто на самом деле находиться на сцене, да, получать аплодисменты, свою долю радости, оптимизма. Невозможно говорить о плохом, не предлагая хорошее.